Готовим сегодня индейку. Большущая курица с сухим мясом. Делаем маринад из 4 апельсинов, 2 лимонов, 1,5 штуки чеснока, 1 имбирь и, конечно же, сок, натуральный сок ананаса. Стираем на мелкой терке имбирь. Индейка нам нужна пожаренная, размягченным мясом. Так что предварительно сделали для нее маринад, полстакана соли, полстакана сахара и душистый перец. Полчаса варили на медленном огне, получился душистый маринад. Пахнет очень душисто. Все составляющие измельчаем. И формируем два маринада. Внешний и внутренний. То есть для инъекции внутрь делаем вот эту вот штуку. Лимончики, чтобы мясо было мягким. А снаружи будем солевой раствор, сахар, соль заливать на ночь. Уже раздела Москвы, не связался, Юрий Николаевич. Здесь песники есть?